Дорогие друзья, примите это обращение особым. Это особое обращение к вам. Не сделайте той ошибки, которая произошла с одной семьей, которую мы решали буквально полчаса перед этим. И по этой только причине я решился обратиться к вам. Дорогие, пожалуйста, не делайте никаких сделок, не берите никаких кредитов, ни интернет-кредитов, ни вообще кредитов, без того, чтобы посоветоваться то ли с пасторами, то ли с консультантами. Я обрекаю вас, я предупреждаю, я заставляю вас, запрещаю вам, если хотите, делать какие-то вот кредиты. Вот и теперь я хотел бы сказать немножко истории. Когда одну женщину, трехкомнатная квартира, и один так называемый жених оказался наркоманом и решил дать попробовать жить, типа любовницы, дать в колодце. Сначала дал попробовать, а потом начал предлагать дальше. Дошло до того, что она стала наркоманшей. И в определенное уже время он сказал: слушай, меня уже квартиры нету, я уже проколол ее за долги, за все. И пришло время, когда оставалась только его матери квартира. И он решил продать и мамину квартиру, потому что уже везде долги. И потом маму перевез к ней, 82 года перевез туда, и сейчас пришло время зависимость, когда зависимость, там мозгов нету. Слушайте, и он начал требовать уже: давай теперь твою квартиру заставлять. Заставили квартиру за какие-то финансы, под документы, под финансы взяли под квартиру. Ребята, слушайте, я скажу, это даже великий грех. Мы сейчас с усилиями церкви делаем восстановление всех этих документов. Возможно, мы сейчас решаемся так. Если будут пытаться забирать квартиру, мы скажем им: давайте мы продадим квартиру, отдадим долги, а за остальные деньги, которые будут оставаться, купить хотя бы двухкомнатную квартиру для нее. Понимаете, да? Угу. Вот. К сожалению, ребята, я прошу еще. Без всякой консультации не берите кредитов ни на что. Ни в какие долги не входите. Долги – это рабство. Это рабство, дорогие. Я вас обрекаю, пожалуйста. Если у тебя все же есть какие-то большие ситуации финансовые, подходи, будем как-то помогать совместными усилиями побеждать все это. Спасибо за внимание. Вы классные люди и послушные. Спасибо, с Богом.